Хочу вам рассказать одну притчу, которую мне рассказал монах из своей жизни. Это жизненная притча, я сказал. Как-то он говорит, я был на рыбалке еще до того, как стал монахом. И вот сижу, говорит, в лодке, и лодка, ну, утро еще только расцветала. И смотрю, лодка положит прямо в меня. Я уже говорю, стой, куда ты плывешь? Но никто не реагировал. Я, говорит, уже слиться начал. И вот как только ближе и ближе подплыла другая лодка, я увидел, что там никого нет. Мне мой гнев был накоплен, некуда было выкинуть. Я, говорит, посмотрел на небо и поблагодарил Бога. Господи, вот говорит, это урок. Ведь, по большому счету, он получил хороший жизненный опыт. А заключается он в том, что нельзя делать поспешных выводов и гневаться. Тоже, в принципе, не нужно, потому что твой гнев никому не полезен. Ни тебе, ни лодке. А вообще по жизни, когда нам приносят подарок, и мы его не принимаем, кто является хозяином этого подарка? Тот, который принес. Так и с негативом, и злобой. Если нам принесли, и мы не приняли этот негатив, это оскорбление, значит, это не наш. Это того, кто принес. Они ненавидят нас, потому что мы Божии. Христос говорит, я избрал вас от мира. Поэтому вас мир ненавидит. Если бы вы были мира, то любил. Но помните, что в первую очередь они меня возненавидели. Поэтому ненавидят вас. Но вы мои. Мы Божьи. Поэтому не надо ничего бояться и не надо принимать этот негатив. Храни вас Господь.